Беседы госавтоинспекторов с водителями крупных автопредприятий плановые и ежегодные. Сегодня это Бендерский хлебокомбинат. Напомнить о смене летних шин на зимние, а также о правилах дорожного движения – цель визита сотрудников ГАИ. Вы уже ездите практически все по своим маршрутам, знаете, где у вас пешеходные переходы, где какие регулируемые, нерегулируемые перекрестки. Поэтому подъезжайте к нерегулируемому пешеходному переходу. Пожалуйста, скидывайте скорость. Убедитесь, что ни один из пешеходов не хочет перейти проезжую часть дороги. Первый день зимы, согласно правилам дорожного движения ПМР, все транспортные средства сменят шины на зимние. За нарушение требований правил предусмотрен штраф. Тем водителям, которые в зимний период не сменят летнюю резину на зимнюю, к ним будут применены меры административного воздействия в размере 3 МЦП или 55 рублей 20 копеек. Смена резины с точки зрения дорожной безопасности – важный момент. Летние и зимние шины различаются не только протектором, но и составом. Зимняя покрышка сделана из более мягкой резины. Она не затвердевает на морозе и не теряет сцепных свойств. Водителям автомобилей при покупке шин необходимо обратить внимание на маркировку покрышки. Вот это вот обозначение M плюс S. Это говорит о том, что грязь, снег, да? Данная шина предназначена для эксплуатации именно в зимний период. Госавтоинспекторы рекомендуют не затягивать шиномонтажом, не оставлять замену покрышек на последний день. Зимняя резина должна быть на автомобилях уже с 1 декабря и сроком до 1 марта. Правила дорожного движения для всех едины, и соблюдать их просто необходимо. В День милиции навестить ветеранов Великой Отечественной войны, поздравить с праздником для руководства Управления внутренних дел – добрая традиция. Первый визит – Георгию Яковлевичу Панову. Мы хотим вручить вам благодарственное письмо за вашу активную гражданскую позицию, за тот вклад, который вы вкладываете в развитие правоохранительной системы в целом, и Бендерского УВД за то, что вы очень правильно и деликатно освещаете те моменты. Известный поэт и прозаик Приднестровья, бывший кадровый офицер, подполковник. В прошлом году ветеран отметил свое 90-летие. Во время дружественной беседы Георгий Яковлевич с легкостью на память цитировал строки из своих произведений. Здесь празднуют вольность, раздолье и пение птиц поутру. Здравствуй, я снова с тобою в зеленом роскошном саду. Следующая встреча с майором милиции в отставке Николаем Геннадьевичем Гуляевым. Поздравляю вас. Спасибо. Всем самое наилучшее. Счастья вам, здоровья, успехов, добрых лет жизни. Не чувствовать себя одиноким. И знаете, что мы вас нуждаемся. Мы поэтому так часто к вам приходим. Ой, это хорошо. К ветерану Великой Отечественной войны Николаю Геннадьевичу молодые сотрудники милиции часто приходили за советом и помощью. После войны он более 30 лет прослужил в органах внутренних дел, был командиром наружных служб. Сейчас тем более не забывают пенсионера. У 93-летнего офицера запаса милиционеры и даже юные кадеты – частые гости. Искренние пожелания здоровья, продуктовые пакеты, благодарственные письма. А самое главное – забота и внимание. Малая толика за подвиг и героизм ветеранов Великой Отечественной. Торжественным маршем 10 ноября прошлого года правоохранители вошли в новый век милицейской службы. 2018-й открыл второе столетие существования органов внутренних дел. Сотрудникам милиции УВД города Бендеры этот год запомнится громкими раскрытиями и покоренными вершинами, новшествами и достижениями, новыми лицами и профессиональным ростом. Крещение – большой православный праздник. Убита молодая женщина. Жестокое преступление раскрыто в течение часа. Преступник задержан и привлечен к ответственности. Без материнской ласки остались трое детей. Все, подожди, шапку надо носить. Все, сейчас пойдем гулять на улице. Так, а что сейчас? Бендерский стрелок, так его назовут жители города, в течение нескольких часов держал в страхе микрорайон Борисовка. Мужчина отметил свой юбилей убийством прохожего, после забаррикадировался, угрожая стрелять на поражение в любого, кто попытается взять его живым. Мы требовали от него, чтобы он положил ружье и вышел. Однако он проигнорировал наши требования и выходил с ружьем на нас, направляя его на нас. Операцией по захвату стрелка руководил глава ведомства Руслан Мова. Руки, 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 руки
За высокие служебные показатели в раскрытии и предотвращении преступлений, преданность службе, высокие моральные качества, номинации «Закон и порядок» удостоен заместитель командира взвода батальона патрульно-постовой службы управления внутренних дел города Бендеры, старший прапорщик милиции Виталий Никонорович Кушнир. Впервые сотрудник Бендерского батальона патрульно-постовой службы, лауреат премии «Человек года». Я хочу высказать слова благодарности управлению внутренних дел ОВД города Бендеры, своему коллективу, руководству города, МВД ПМР за высокую оценку моей работы. А также хочу поблагодарить коллектив, в котором я прохожу службу, и свою семью за слова поддержки. Еще одно достижение 2018-го. Оператор дежурной части Ольга Ботнарчук, лауреат городской премии «Перспектива молодых». Здравствуйте, ГАИ старший лейтенант Андреян. Разрешите вас поздравить с праздником Международных женских дел 8 марта. Госавтоинспекторы поздравили автоледи. Цветы и пожелания доброго пути сделали утро 8 марта особенно приятным. Прекрасная половина бендерской милиции, отложив серьезные должностные обязанности, попробовала себя в актерской профессии. В городе в третий раз прошла операция «Рубеж». Злостные неплательщики штрафов по линии ГАИ привлечены к административной ответственности. Утром 1 апреля милиционеры возложили цветы погибшим коллегам. Их имена навсегда вошли в историю бендерской милиции. Я уверен, что, как и прежде, сотрудники милиции всегда будут стоять на страже общественного порядка и первые, кто в случае нештатной ситуации придут на помощь нашим гражданам. Уголовный розыск переведен на особый режим несения службы без перерывов на сон и отдых. В Бендерах совершено громкое убийство, которое потрясло всю республику. Убиты супруги Каменщик. Идеальное преступление, так его назовут журналисты, было раскрыто в течение нескольких суток. Преступник задержан, награды нашли героев. Милиционеры прошли маршем памяти по центральным улицам города, почтив память защитников Бендер, погибших в кровавое лето 92 года. Министерством внутренних дел принято решение о создании женской парадной коробки. Прекрасная половина бендерской милиции трижды в неделю оттачивает строевой шаг. Нововведение по линии ГАИ. За порядком и безопасностью на проезжей части госавтоинспекторам помогают следить леди в погонах. Новаторское решение имеет успех. Получить наставление от девушки в форме приятнее и запоминается лучше, говорят водители. Конечно, приятно. И другой голос сразу. И дает настроение нам за рулем. Мы даже рады, когда они работают. Женский парадный расчет Министерства внутренних дел стал сюрпризом парада 2018-го. Леди в погонах встречали овациями и восторженными взглядами. Личному составу управления внутренних дел города Бендеры представили нового руководителя. Начальником бендерской милиции назначен полковник Дмитрий Каргополов. Бендерский милиционер должен быть образцом для подражания. У него должен быть идеальный внешний вид, выглаженная форменная одежда. Он должен соответствовать высоким требованиям сотрудника органов внутренних дел. Столетний юбилей отметила самая непубличная служба милиции. На страже покоя и безопасности граждан сотрудники уголовного розыска. Те, для кого УГРО – целая жизнь. Это разнообразная работа. Хочу вам сказать, что иногда приходится быть артистом своего. Иногда нужно где-то быть одним человеком в ходу каких-то обстоятельств для того, чтобы добиться своей цели. Можно быть строгим, можно быть более мягким, более лояльным. Вообще не показывать, что ты имеешь сотрудника. Это все в целях, служебных целях. Но вообще эта работа интересная. Адреналин в крови бывает. Ну и, естественно, когда ты выполнил свою работу, на душе легко. Ноябрь – 10-е. Праздник тех, чья служба и опасна, и трудна, но от этого не менее любима.